В Сергиево-Посадском городском округе сотрудники полиции раскрыли серию краж сабвуферов. В дежурную часть УМВД поступило заявление от 19-летнего жителя поселка Аргресс о краже усилителя и сабвуфера из автомобиля отечественного производства, припаркованного около одного из домов на улице Горбуновская, города Хотьково. Сумма ущерба составила 24 тысячи рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 21-летний житель города Дмитров. Правоохранителями установлена причастность подозреваемого к совершению аналогичного преступления на территории Сергиево-Посадского городского округа. Общая сумма ущерба составила около 37 тысяч рублей. В отношении подозреваемого следователям Следственного управления ОМВД возбуждены уголовные дела. По признакам преступления, предусмотренных статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации кража. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Памятка владельцам автотранспортных средств. Анализ преступлений, связанных с неправомерным завладением автотранспортными средствами, показывает, что все виды транспортных средств, независимо от модели и года выпуска, могут быть похищены, а также, что практически не существует противоугонных систем, полностью гарантирующих сохранность транспортного средства. Но при этом отмечается тенденция совершения хищения транспортных средств вследствие беспечности владельцев, оставляющих технику в малоосвещенных безлюдных местах и неохраняемых автостоянках, не предназначенных для парковки, в том числе не оборудованных дополнительными противоугонными комплексами, либо установленными на них штатными противоугонными системами, алгоритм обхода которых давно известен преступникам. УМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу рекомендует комбинировать электронные и механические противоугонные средства, в том числе с энергозависимыми системами спутниково-поискового слежения, пользоваться охраняемыми автостоянками, а в случае кратковременных парковок стараться не выпускать транспортное средство из вида. При выезде за город, дом или дача, не оставлять ключи и документы в машине, предварительно активировав систему охраны, а также исключить парковку за периметром участка. Ключи от машины необходимо убирать во внутренние карманы одежды, что снижает риск их хищения. Если преступление совершено, необходимо незамедлительно сообщить в полиции о случившемся по телефону дежурной части 540 18 39 или 112, указав время, место и в каком направлении скрылись преступники. Ожидать на месте приезда оперативной группы, которая сообщит приметы преступников, а также где и какие следы они могли оставить.